Государственный архив Ульяновской области отметил год театра открытием выставки «Театр и время». Мероприятие стало первым в рамках фестиваля Ульяновской области «Архивный хронограф», который проходит с 11 по 15 марта. Гости здесь увидят разнообразные площадки, выставочная площадка. В читальном зале будет развернута мастер-класс по составлению родословной. Для детей, школьников ждет страна АС, страна архивных знаний, где они поучатся, как реставрировать документ, узнают вообще, что такое документ, когда он появился, познакомиться с системой хранения архивных документов. 300 экспонатов, охватывающих период середины XIX века до наших дней, представлены в 12 витринах выставочного зала архива. Они рассказывают о 140-летней истории театральной жизни Симбирско-Ульяновска, начиная с 1879 года, когда был построен театр Прянишникова. Сегодня это Ульяновский драматический театр. Менялись эпохи, политические кумиры, но, несмотря на все революции и войны, театр всегда был верен классическому репертуару. Даже к первой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции в театре поставили «Женитьбу» Гоголя. В тревожном 41-м году на сцене театра в октябре поставили «Обрыв» по роману Гончарова к 50-летию со дня смерти писателя, а 6 ноября впервые на сцену родины Ленина вышел актер в гриме Ильича. Была поставлена пьеса «Кремлевские куранты», и первым Лениным ульяновской сцены стал эвакуированный из Белоруссии актер Павел Степанович Молчанов. Ульяновский драматический театр имени Гончарова предоставил для выставки фотоматериалы последних десятилетий творческой жизни коллектива. Но не только драмтеатр в этом году отмечает юбилей. В апреле 75 лет исполнится Ульяновскому театру кукол имени Леонтьевой. Ему посвящена отдельная витрина. Афиши 60-70-х годов прошлого столетия кому-то помогут вспомнить детство. Еще одна из витрин отражает жизнь ульяновского тюза, который предоставил для выставки великолепное женское платье из спектакля и настоящую шляпу-цилиндр. Выставка будет работать до июня текущего года. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды.